Друзья и не друзья, вот так выглядит Эрзурум отель снаружи. Вечером он гораздо красивее, он очень красиво подсвечивается. Вот внизу, соответственно, сам город Эрзурум. Он в такой впадине находится. Вот. А этот отель находится недалеко от горнолыжки. Сейчас вот поедем туда, вот там должна быть горнолыжка. И тут развиваются горнолыжные виды спорта, что очень... Да, вот видно, что подъемник вон туда пошел, вот на ту гору. Поэтому вообще очень и очень интересно. А, приятное впечатление от города по причине того, что очень чисто, мы это заметили сразу на въезде. Сильно отличается от стандартных турецких городов, где все завалено мусором, особенно по бокам дорог. Тут вот как-то все по-другому. А, может быть, это первое вечернее впечатление, но буду смотреть. Хотя вон вижу, бутылка валяется. И вон там кое-какой мусор нанесло. Поэтому вопрос такой. В общем, друзья, Эрзурум отель однозначно рекомендую. Единственное, если вы захотите, допустим, приехать сюда на горнолыжку, зимой пока что почему-то все нет номеров. То ли убраны, то ли нужно еще каким-то образом бронировать. Эрзурум отель, город Эрзурум, Турция. Мало кто здесь был, но, по-моему, город стоит того, чтобы посетить. Тут развит горнолыжный спорт. Вот, это я изучу попозже. Номер. Отель. Выбрал. Почему? Нормальная цена. 50 баксов. 1500 лир. Есть мини-бар. Давайте в него заглянем. Так, что тут есть? Ну, особо ничего. Две шоколадки, кола, фанта, водичка. А, номер просторный. Метров, наверное, 28-30. Даже, смотрите, есть какая-то задумка. Специально не включаю свет, чтобы вы оценили вот эту вот стену. Сделана она типа под натуральный камень. Но на самом деле так какой-то гипсокартон. Так, смотрите, огромная кровать. Не соврать бы, по-моему, шириной 2 метра. Есть сразу одеяло, матрас. Матрас удобный. Все работает, подсветочка. Телевизор непонятный. Чай, кофе, все как обычно. Мебель, стульчик. Вот такой большой санузел. Там у меня, к сожалению, девчонки, я вам показывать не буду. Выход на дорогу. Тут вот как раз пошли спортивные объекты. Но это я завтра уже с утра покажу. Потому что сейчас уже 8 часов. Мы приехали, 900 километров проехали. Вот такой, друзья. Ну, скажем так, номер точно не разочаровал. Сейчас пойдем покушаем. Расскажу дальше подробнее. Друзья, ванная. Ванну, говорят, показать. Фен. Расходнички. English Spa. Полотенчики. Смотрите, душевая кабина очень просторная, приятно пахнет. Нету никакого ощущения, знаете, запаха влажности, еще чего-то. Хороший, смотрите, какой санузел. Прям я очень доволен номером, на удивление. Редко бываю доволен до 100 долларов, а тут прям вот хорошо все. Тем более на семью из 3 человек. Друзья, еще маленький моментик, ужин, смотрите. Вот так выглядит ресторан в отеле Эрзурум. Вот тут вот стоят машины. Все очень красиво, все очень классно, все очень стильно. Нам начали приносить ужин. Мы приехали, я попросил сэндвич, чизбургер. Во, чизбургер. Вот жене принесли вот такой салат. Естественно, чай в турецких тюльпанчиках. Как же без них? Дочь выпила айран и пошла спать. Очень устали. Но все выглядит очень и очень достойно.